Здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». И сегодня я хочу показать вам товары, которые можно привезти в подарок из Турции, из бюджетных магазинов. Когда мы приезжаем на отдых, мы всегда думаем, что такого привезти интересного друзьям, родным в подарок. Эти средства я все купила в бюджетных магазинах BIM и А101. Сейчас вам расскажу, почему. Смотрите, взяла вот такие вот сыворотки. Эти вот я привезу в подарок. Взяла с коллагеном, с витамином С. У меня была уже с витамином С, и с коллагеном тоже уже заканчивается. Сыворотки очень хорошие. Вот это вот турецкая фирма, скриньте ее себе. Хорошо впитываются, не оставляют такой липкости на лице. Эту сыворотку я покупала в магазине А101, она стоила 30 лир. Теперь давайте сравним. Придете в магазин Росман, она на данный момент стоит 120 лир. Можно 4 штуки купить и привезти в подарок, или сходить в магазин Росман и купить одну. Ну вот от души советую, вот с коллагеном мне вообще очень понравилось. А есть еще сыворотка такая же против пигментных пятен. Так, дальше поехали. Про розовую воду я уже много раз рассказывала, обожаю ее, я ее использую как тоник, многие здесь добавляют в выпечку. И еще проверила прямо на себе, заболела голова. Я уже читала, что розовая вода помогает при головной боли. Смачивайте ватные диски розовой водой, накладывайте на веки, 10 минут лежите закрытыми глазками. Головную боль как рукой снимают. Вот честно, прям на себе испробовала, довольно. Покупала за 10 лир. Так, дальше. Вот эту вот маску, прям скриньте, маска классная. Тоже турецкая фирма. Покупала ее в магазине А101 по 35 лир. После нее кожа бархатная, хорошо увлажненная. Прям даже, знаете, после этой маски не хочется крем наносить. Вот прям тоже 150 миллилитров. Не такая уж и большая. В подарок всегда можно привезти. Вот этот вот чудо-крем. Он вообще для рук, но можно использовать и для тела. Покупала в магазине BIM. Стоит на данный момент 10 лир. Такой аромат, вы себе не представляете, как будто дорогие-дорогие духи. Я когда первый раз им руки намазала, Денис заходит в комнату, говорит: Оля, а чем так вкусно пахнет? Да, это вот этим кремом, именно розовый очень вкусно пахнет. Всегда в подарочек можно привезти, тем более такая привлекательная цена. Вот про эти масочки сейчас вам немножко расскажу. Вообще, когда летим на отдых, мы же всегда с собой везем шампуни, маски и так далее, тому подобное. Вот сейчас вот эти вот масочки я купила в магазине А101. Каждая была по 5 лир. То есть, чувствуете вообще, какие копейки. Я все их пробовала. Тут и с коллагеном есть, и с кератином, и увлажняющие. Волосы прям мягкие, шелковистые, как будто посетил дорогой салон, и тебе сделали хороший уход для волос. Поэтому, когда сюда летите, вы обязательно ходите именно по таким бюджетным магазинам. Там всегда можно найти хороший товар, действительно хороший, по копеечным ценам. Много раз рассказывала именно вот про эту пасту. Это прям чудо-паста, особенно у кого есть душевые кабины. Я ее тоже всегда привожу в подарок. Размер небольшой, но единственное, она тяжелая. Наносите на стекла в душевой кабине буквально 10 минут, смываете водой, проходитесь мочалкой, ни одного следа не остается. Эта паста также вот для плитки, для барбекю. Микроволновку можно мыть, ванну, духовой шкаф, кастрюли, кроссовки, подошву. Я говорю, это вот ну прям чудо-чудо средство. Значит, оно стоит в БИМе 12 лир, в магазине Тахтакале оно стоит 25 лир. Поэтому я говорю, кто здесь отдыхает, обязательно забегайте в эти магазинчики, наверняка они где-то рядом с вами будут. И вот такую вот пасту я прям всем советую привозить в подарок, потому что да, это будет самый лучший подарок для хозяюшек. Еще одна моя находочка на сегодняшний день. Вот такая вот, вот такое вот средство. Значит, я увидела, местные мыли им мотоциклы, скутеры. Я еще думаю, как это так, они каким-то средством брызгают, потом просто смывают водой и проходят мочалочками.
Потом спросила у Вероники. Вероника говорит, да это что, это такое классное средство. Тут и мотоциклы, пластиковые столы, стулья, духовки, барбекю. Объем литр. Стоит в магазине А101 27 лир. Я им, получается, 3 недели уже пользуюсь. Видите, какой экономичный расход у этого средства. Но мне тоже очень нравится. И в туалете плитка напольная отмывается хорошо, потому что она у нас белая. Вот. И, ну, вообще, универсальное средство. Понятно, что объем большой, но, может быть, у кого-нибудь будет место в чемодане, и тогда обязательно привезете себе или своим родным. Еще хотела вам рассказать. У нас есть уже на канале видео. Я ездила в Аланию в магазин Green Body. Ну, как магазин? Это больше, наверное, магазина-музей, скажем так. Туда только спускаешься, сразу такой аромат стоит. Это не передать словами. Кому интересно, обязательно загляните к нам на канал и посмотрите это видео. Может быть, когда приедете, тоже пойдете в этот магазин. Там продается даже мыло для чистки зубов. Но когда я была в нем, на данный момент его не было в продаже. Обязательно еще раз съезжу и куплю это мыло. Говорят, что зубы идеально просто отбеливаются. Хочу попробовать. Ни разу в жизни мылом зубы не чистила. И в этом магазине еще продаются как раз розовая вода, различные масла. Там огромными кусками мыло продается, но вам опять же в этом же магазине могут хоть по 50 грамм нарезать кусочки. Вы возьмете разного и себе, и в подарок. Так что посетите этот магазин. Когда я начала изучать тему мыла, потому что такие вот кусочки всегда же можно привезти в подарок, я наткнулась на то, что в Турции это своего рода история, а не просто средства гигиены. Есть как домашние мыловарни, так и крупные заводы. Если вы пойдете на рынок, обязательно пройдите по рядам, где именно продают свои товары местные жители, не перекупщики, а местные жители. Там вы увидите небольшими кусочками мыла, оно зеленого цвета, пахнет очень вкусно, стоит 10 лир. Вот я в эту субботу обязательно схожу, куплю это мыло и вам в каком-нибудь видео его покажу. Продает его всегда бабушка. Делает она это мыло от оставшегося от приготовления масла оливок жмыха с добавлением самого масла. И я говорю, оно прям такое зеленое-зеленое на цвет. Так что сходите, когда приедете сюда на рынок, обязательно купите это мыло в подарок и себе. Турецкое мыло славится высочайшим качеством и стопроцентной натуральностью. Еще для меня было открытием, что многие мыла здесь используют именно как вот в качестве лекарства. То есть вот это вот я купила, специально прочитала дочке, оно от акне используется, и говорят то, что действительно помогает. Это с добавлением угля. Ну то есть вот смотрите, такой брусочек я покупала в магазине А101, 9 лир стоит, в других магазинах он намного дороже. Вот, и такой в подарочек привезти, почему бы нет. Займет немного места. Себе я взяла вот с добавлением козьего молока. Это увлажняющее мыло. Написано, что им умывайтесь хоть каждый день, и кожа становится только лучше. Попробуем, я еще не пробовала. Вот это вот мыло, мыло-шампунь. Я его покупала в Росмане. Покупала за 50 лир. Покупаю уже вторую упаковку. Необыкновенный запах. Это еще, видите, новое. Волосы после него такие мягкие какие-то становятся, послушные, блестят очень сильно. И после него я не использую ополаскиватель. Написано, что хорошо помогает, у кого сухие волосы. Тем более сейчас лето, сами знаете, волосы выгорают, портятся, ломаются. Поэтому я себе такое мыло обязательно домой повезу. Так, вот это вот мыло, я его сейчас просто открыла, хотела вам показать. Смотрите, я его покупала в Мигросе, оно стоило 27 лир на сегодняшний день. Я зашла на Трендол, на турецкий сайт, там оно 57 лир. Так что я говорю, забегайте в магазин, сравнивайте цены, только потом покупайте. Это мыло, натуральное мыло с добавлением меда. Тут видите сразу мочалка, хорошо скрабирует кожу, написано, увлажняет, питает. Так что, ну как было не взять, тем более в такой подарочной упаковочке, по-моему, будет хороший подарок. В любом магазине сейчас А101 или Би можно купить вот такие вот масочки. Они стоят от 10 до 15 лир. Если вы зайдете в магазин Росман, сравните цены, то будут значительно дороже. Особенно, говорю, обращайте внимание на акции. Акции бывают, ну,
каждую неделю, это точно, вывешивают плакаты на окнах, и вы смотрите, какие товары попадают под ту или иную акцию. Еще мне что нравится сейчас в магазине BIM, привозят, допустим, большие тюбики масок, и тут же, ну, такие же, да, только намного меньше. Маски на один раз, они стоят, вот я последний раз покупала по 6 лир, то есть ты покупаешь сначала пробник, пробуешь, подходит она тебе, твоему типу кожи или нет, а потом уже можно взять большую упаковочку и пользоваться. Я говорю, ну цены прям приятно радуют. И последнее, что я вам хотела показать, это вот прям от души советую девочкам, не поленитесь, когда сюда приедете, добегите до магазина А101 или BIM и купите вот это средство. Это уксус, уксус для волос, то есть вы моете голову, потом наносите это средство минут на 10 под шапочку и смываете. Волосы, знаете, аж как-то хрустят, что ли, я не знаю, как правильно выразиться, но они блестящими становятся. Вот смотрите, у меня уже почти половина тюбика я использовала. Я очень довольна этим средством. Я покупала ВАЗ-101, он был по акции по 27 лир, но у меня 400 грамм объем. А сейчас в магазине BIM продается, по-моему, 500 с чем-то грамм, 59 лир. Ну вот прям не пожалейте своего времени, зайдите, купите это средство. Причем у меня вот с лесными ягодками, там еще какие-то ароматы есть. Ну, если честно, уксусом вообще не пахнет, пахнет очень приятно. В ближайшее время я сделаю видео, ну, скорее всего, в воскресенье оно выйдет, с теми лекарствами, которые мы везем из Турции в Россию. Может быть, кому-нибудь тоже пригодится. Ну, надеюсь, что вот это вот видео было полезным, что-то себе возьмете на заметочку, что-то нет. Желаю вам всем хорошего дня, берегите себя. Гирюшу Рус, друзья!